Как мы сообщали на днях, в городе неофициально уже открыт сезон купания. Необычайно жаркая для мая погода подтолкнула некоторых кунгуряков на отчаянные поступки. Накануне вечером на Можзаводском мосту собралась компания подростков. Ребята качались на тарзанке и ныряли с моста, забывая при этом о собственной безопасности и игнорируя замечания взрослых людей. Ни для кого не секрет, что реки Кунгура год от года мелеют. Проходя по мосту, в этом легко можно убедиться. Такими поступками, отмечают взрослые кунгуряки, дети показывают неуважение к чувствам своих родителей. Подростки не задумываются о том, какое несчастье они могут принести своим родителям, если вдруг случится непоправимое. Я думаю, что это безответственное поведение молодых людей, которые не ценят свою жизнь, не уважают чувства своих близких, которые рискуют своей жизнью. Непонятно ради чего. Ради просто детской забавы. И не осознают, что это может быть очень плачевно кончиться. Плохим вообще смертью. Эта жизнь бесценна. И они так с ней распоряжаются, так шутят, так играют. Я даже помню случай своей жизни, когда у моей коллеги по работе мальчик, сын молодой, такого же возраста, вот так вот погиб. Он сломал позвоночник. Это было страшно, это было ужасно. Тем временем спасатели еще раз настоятельно рекомендуют родителям о необходимости провести с детьми профилактические беседы дома и напомнить им о правилах поведения на воде.